Переключатель D-Link KVM-440 подойдет для централизованного управления 8 компьютерами. Устройство поставляется в фирменной упаковке и комплектуется 4 наборами комбинированных проводов с выходами VGA под монитор и классическими USB для периферии, плюс пара PS пополам выходов для источников ввода. Еще в комплекте прилагается адаптер питания, настенный крепеж и краткая инструкция. Переключатель D-Link KVM-440 предназначен для выборочного управления одним из 8 компьютеров через выносные интерфейсные разъемы. Модуль выполнен в пластиковом корпусе длиной 370 мм и шириной 83 мм. Общий вес модуля составляет 1200 грамм. Массив коммуникационных интерфейсов разделен на порты вывода и контрольную панель, разнесенные на длинных боковых стенках корпуса. Массив из 8 портов вывода KVM пронумерован в стороне от коммуникационной панели. Там есть выход для монитора администратора и пара гнезд PS пополам для мышки с клавиатурой. По возможностям управления 8-портовый D-Link KVM-440 представляет решение узконаправленного спектра, позволяющее облегчить управление массивом серверов систем видеонаблюдения, сбора данных и других решений, требующих лишь эпизодического доступа к управлению оператором. Основной технической характеристикой переключателя D-Link KVM-440 на 8 портов является поддержка разрешения 1920 на 1440 пикселей. Для удобства переключения между компьютерами на правом торце корпуса вынесен массив клавиш быстрого выбора порта вывода. Также рядом с клавишами находится пара USB-портов и гнездо подключения инженерной панели. Как итог, для бытового и базового рабочего применения доступный спектр возможностей переключателя D-Link KVM-440 подойдет с запасом.